Приветствую всех на своем канале Ольга Синотерапия Кёрсона. И сегодня я хотела бы ответить на вопросы, которые поднакопились за последнее время. И я думаю, они будут интересны очень многим. Они будут касаться, в частности, воды, кофейных ведерок, ну и еще некоторых моментов. Первый был, в общем-то, вопрос... как бы наводка, я бы сказала, потому что мой подписчик посмотрел или, в общем, изучил информацию у других людей и спросил меня, есть ли стеклянные клизменные ведерочки или глиняные. Глиняных я так и не нашла, не знаю. Но стеклянные имеют место быть, я вам сейчас их показываю, и кому интересно, пожалуйста, обратите на них внимание. Значит, мы видим, что они идут с, как бы с такой упряжкой, да, то есть, ну, то есть, чтобы ее подвешивать, допустим, да, то есть она надевается, но все равно она не блокирует эту упряжку, она не блокирует, вот на это видно более лучше. Ну, скажем, уровень наших напитков в кофейном ведерке. И, конечно, ее можно применять. Хотя, конечно, шланг, который соединяется, он абсолютно такой же, который на всех других видах ведерок применяется, и пластмассовых, и из нержавеющей стали. То есть здесь уже присутствует пластмасса. То есть, если вам интересно, вы можете на них посмотреть. Цена на них где-то... в районе, как мы видим, вот здесь и $65, ну, 175 там вместе со стойкой. Стойка это очень удобно, если у вас есть финансы, конечно, да, но у меня ее нету, и уже третий год я вполне свободно обхожусь, просто ставлю ее на верх столешницы или же на коробку, то есть как там получится, когда... Значит, мы видим $79 есть, 65 в основном, и разные есть места, которые продавцы, которые их продают. Вот, похоже, здесь это Pure Life Anima. Даже не знаю, где. Давайте попробуем открыть, посмотреть. Да, веб-сайт так и называется. Вот видите эти три буквы W, Pure Life Anima. Anima это клизма, .com. И вот она у них здесь есть. Вроде бы немножко по сниженной цене, потому что она была у них по 89. Ну вот, то есть они полный набор, по идее, высылают. Опять же, высылают ли они за границу, мне это неизвестно. Ну вот, если вам как-то интересно, может быть, вы могли бы на это посмотреть. То есть я тоже даю вам... направление, куда двигаться, если это, опять же, вам интересно. Следующий вопрос был на тему, что можно, чем можно заменить целлофановые пакеты. Именно пакеты какого-то небольшого размера, в которые обычно мы накладываем определенные продукты, или же для заморозки, или же, ну вот есть, допустим, в рецептах, да, вот возьмите тесто, положите в холодильник, да, вот обычно заворачивают такие целлофановые пакеты. Ну, в общем, вы поняли, о чем я говорю. И, в общем, конечно, это можно заменить тканью, причем, конечно, не отбеленной хлоркой, лучше всего выращенной экологически чистым способом, чтобы волокна были, это могут быть волокна, и они рекомендуются также книгой по терапии Кёрсона, это и хлопок, и лен, и другие волокна, их не так много, но если это натуральное, то, конечно, из них все должно быть. И постельное белье желательно, и одежда та, которая прилегает к телу хотя бы. И также, ну, вот эти мешочки. Значит, что я нашла? Я нашла две вещи. Для тех, кто умеет шить, имеет машинку, вот, пожалуйста. То есть, это, конечно, не единственный веб-сайт, ни в коем случае, который это продает. Я что забила в поиск? Organic cotton или fabric, можно так, то есть ткань.
Значит, вот оно, naturesfabrics.com. У них есть несколько видов, я просто вам один показываю из них. Здесь, значит, у них хлопок, но сказано, что он импортированный. И у них все органик, у них ткани есть и цветные, и разноцветные, но нам, если для продуктов, конечно, интересно без принта. И, значит, вот цена... Цена немножко сниженная за ярд. Ярд это чуть меньше метра. Поэтому смотрите сами свои запросы. Для тех же, кто не умеет шить. Ну, у меня есть еще один момент вам показать. Сейчас, минутку. Ну, у них я не нашла чисто из, допустим, хлопка или льна, хотя можно поискать, если задать вопрос на eBay, я на eBay сейчас, допустим, льняные мешочки. Не так давно, где-то с полгода назад, я, в общем-то, покупала это для нашего сына, но это был специальный мешочек для процеживания молока из орехов. Он не на терапии Гёрсона, но он интересуется сыроедением и, в общем, некоторыми моментами такого рода. И, в общем, это было на eBay тоже. Но оно было дороговатое, собственно говоря, если брать несколько, допустим. Вот здесь что предложение какое есть? Это натуральный, то есть органическое, эко-дружественные, вот такие мешочки, они разного размера, потому цена разная, то есть поменьше, наверное, самый маленький мешочек, сейчас мы посмотрим, какие у них есть, поменьше стоит, самый большой, больше, это джутовая мешковина, ну, вот видно, да, наверное, немножечко, вот как она, в общем, если вам интересно, хотя они, конечно, окрашенные, вот здесь вот, то есть, когда заказ делаешь, вы можете очень большие заказать, большие, поменьше, среднего размера, совсем маленькие, ну, опять же, как я уже сказала, все-таки это большие деньги, и лучше, я думаю, пойти все-таки путем покупки ткани, даже в вашем магазине близлежащем может это быть. То есть, ну, конечно, может быть, не органическое, но все-таки вот льняное полотно или еще какое-то. Можно даже из ношенных уже тряпочек таких вот, собственно, поношить. Ну, обыкновенный, как видите, здесь дизайн. То есть, фактически, вот эта вот веревочка протащена, она через... расширенные, то есть вот раздвинули волокна, да, и там протащили, но эта ткань это позволяет сделать, то есть не пробивали специальные дырки для этого, ну вот так вот затягивается, и вы в принципе можете все в это положить. Ну это просто как идея, если она кому-то нравится, по душе придется, конечно, это было бы неплохо. Даже вот, ну я не знаю, насколько маленькие нам нужны мешочки. Опять же, как я уже сказала, вот зря они их окрасили для пищи. Все-таки нам нужно не окрашенное что-то искать. И лучше, если вы сами сошьете, смастерите. Для ваших нужд, вашего размера. Если вам, конечно, это интересно, совсем избавиться от пластика любого вида. Вот как вариант. Следующий вопрос более объемный. Он был о двух видов, вернее, он был о воде, которая очищается через reverse osmosis, то есть через процесс, когда очищаются молекулы на обратном ходу, так скажем, да, там, собственно, мы сейчас посмотрим, как работает эта система очистки, и может ли эта вода быть также применяться на терапии Гёрсона. Ответ, в общем-то, да, потому что эта система очистки, она находится в списке той, которая возможна, собственно говоря, если заглянуть в книгу. Но на первом месте все-таки стоит дистиллированная вода.
И это только будет от вас зависеть, что вам доступно и чем вы хотите заниматься, в смысле очищения вашей собственной воды в доме. Мы говорили, у меня есть ролик отдельный по фильтрам для душа, но вот это большей частью касается воды, той воды, которая идет к нам на кухню. На терапии Гюрсона, собственно, не стоит вопрос, выпиваете там 8 стаканов воды. Нет, конечно. Там, в общем-то, вода в основном не советуется. Советуется она просто на уровне, если вы испытываете жажду и именно хотите воду. Тогда вы ее выпьете. В основном вода у нас идет во все остальное. Она у нас идет в первые блюда, она у нас идет на изготовление наших видов чая и кофе, приготовление кофе и чая на клизму. Вот именно для этих целей нам нужна дистиллированная вода или же вода, которая прошла вот эту очистку reverse osmosis. Другой системы очистки не предлагается на терапии Гёрсона, как не очень совершенные. Значит, обе эти системы и процесс дистиллирования, и reverse osmosis, они имеют свои недостатки, которые в обоих случаях исправляются углеродными или угольными фильтрами. То есть и для одной, и для другой системы очистки обязательно должны применяться вот эти фильтры. Когда я вам показывала свой аппарат, я вам показывала этот наконечник, в котором находится этот самый активированный уголь. И мы меняем его каждые 2-3 месяца. Ну, муж этим занимается, может быть, даже чуть чаще он это делает. Вообще, если говорить о том, как происходит процесс очистки, то в смысле любой аппарат, кстати, который дистиллирует воду, будет пригоден. Цена их разнится в зависимости от размера и типа. И можно купить и очень дешевый, на выходе у которого очень малый объем воды. Можно купить и самый большой, на выходе которого очень-очень много воды. Это все будет зависеть от ваших возможностей финансовых. Но обычно, конечно, производитель туда уже включает этот активированный уголь, фильтр, вернее, с активированным углем. Потому что при этом процессе дистиллирования хлорку этот аппарат не удаляет. Он не удаляет тригалометаны, он не удаляет летучие органические какие-то химические вещества. Но фильтр это удалит. Фильтр это удалит, понимаете? То есть вот почему это важно. В другом виде очистки, reverse osmosis, там другой процесс, там, когда он более дешевый, кстати, этот аппарат, то есть там двигается грязная вода, и все зависит от концентрации его, то есть там давление как-то создается, да, то есть от низкой концентрации до более высокой. И вот эта грязная вода, она, собственно, силой проталкивается через мембраны, и потому что вода ищет всегда равновесие. То есть неплохая эта система очистки, но у нее тоже есть недостатки. То есть она не будет очищать, значит, какие-то частички от труб, по которым вот грязная эта вода к нам поступает в квартиры, допустим, да, он не очистит, если туда попала каким-то образом, допустим, жидкость для чистки карбюраторов или гербициды какие-то. То есть все зависит от того, в какой вы местности также живете, если близко к каким-то к полям, где это применяется, этому вполне возможно попадет в воды, которые заходят к вам в квартиру. И вот от этого этот reverse osmosis не очистит. Но опять же, если вы поставите фильтр из активированного угля, тогда вот этот фильтр поможет это все задержать. И его, конечно, тоже нужно будет менять достаточно часто.
То есть все это зависеть будет от ваших возможностей. Ну и, естественно, те, кто живет в Америке, тут нужно вообще ухо востро держать, потому что здесь добавляется не только хлорка в воду, но еще и фтор. И вот в случае со фтором все-таки вот дистиллятор работает лучше, чем реверс осмосис. Так говорила Шарлотта Вёрсон в своих лекциях. Конечно, можно колодезную воду, и я вам об этом раньше говорила, но ее бы лучше хотя бы, если это незнакомый вам колодец, особенно протестировать насчет биологических существ, которые могут жить в этой воде. То есть надо знать, что действительно она очень-очень чистая. Родниковая вода обычно самая чистая из природных, если вы имеете к ней доступ. Ну и еще раз повторю, если вам интересно именно про душ, то есть фильтры на душ. Если вы живете в отдельном доме, можно поставить такой большой фильтр, есть они также в продаже, это может быть даже дешевле, просто на вход воды в дом. То есть вся вода тогда, входящая в дом, будет очищена, и тогда будет легче, допустим, с мытьем и со всеми другими гигиеническими делами. Ну и пить ее и так далее. В общем, смотрите свои возможности. Кстати, говоря о воде, немаловажно еще и сказать, поскольку невозможно в городе, там, где подается вода через трубы, добиться хорошей очистки, то не рекомендуется принимать горячие ванны, если пациент находится на терапии Гёрсона. И если принимает этот пациент душ, то он должен быть не с очень горячей водой, чтобы не открыть поры, чтобы хлорка это там или там фтор или еще что-то, что в этой воде не зашло через поры внутрь, и сократить время приема душа до 5 минут, то есть очень быстро. И в общем, вы должны как бы это соблюдать, поскольку, находясь на терапии, когда активно выводятся все токсины, нежелательно получать новые. Следующий вопрос был о том, можно ли применять, то есть пить минеральную воду. Что касается этого вопроса, в книге ответа на него нет. Но я помню в одной из лекций Шарлотта Гёрсон, мне просто найти, допустим, этот момент вот так вот быстро, очень трудно. Это нужно прослушивать опять все ее лекции, вопросы, которые ей задавались, чтобы найти, когда кто-то ее об этом спросил. Но я помню, она сказала, что лучше нет, не пить их. Почему? Ну, потому что они несут, каждая вода несет в себе какие-то особые минералы, потому что они добываются из разных мест по всей земле, так ведь? И, конечно, если мы лечимся именно терапией Гюрсена, и мы лечим свою иммунную систему, которая излечит все проблемы, и даже если у вас есть проблемы желудочно-кишечного характера, допустим, вам не нужно пить минеральную воду. Потому что, вот смотрите, опять же, как сказал Шарлотта Гюрсен, то есть общего такого совета по минеральной воде невозможно дать, потому что их столько различных наименований. И, конечно, вообще большой нужды, ну, на время терапии эту воду, в общем, не употреблять, просто потому, что вы можете как раз эти самые минералы получать соками, получать с пищей, поскольку вы садитесь на очень такую строгую диету, ведь согласитесь с этим. И, в общем-то, вот
Поэтому большого такого общего совета по минеральной воде дать невозможно. И лучше просто ее оставить на время, если даже вам она нравится на вкус, или вы это по каким-то другим причинам ее применяли. Это как вот все наши старые лекарства или добавки. Мы просто оставляем их за бортом, поскольку терапия делает свое дело без уже того, понимаете? И поэтому такой вот ответ на этот вопрос. То же самое, наверное, касается и сероводородных ванн, поскольку, опять же, это горячая вода, скорее всего, хоть она там водородная, водород, в принципе, он для раковых больных показан, но все-таки, наверное, не в виде таких ванн. А насчет серы, но это опять же то вещество, о котором я в книгах по терапии Гёрсона ничего не читала. То есть и не знаю, народ, не знаю. Опять же, если бы был какой-то врач, практик, у которого большой опыт на терапии Гёрсона, он мог бы ответить на этот вопрос более конкретно. Но если мы чего-то в чем-то не уверены, чего-то не знаем хорошо, то опять же оставьте это на время терапии. Если вы хотите полечиться этой терапией, то не надо посещать эти сероводородные ванны и делать их. Вот такой, наверное, ответ. Ну и последнее, я получила вчера свою кастрюлю и даже ее уже использовала. Вот эта вот кастрюля 3,5 литра от французской компании. Вообще не знаю, почему она французская. Ну ладно, Visions. И даже на ней сразу здесь написано, то есть глазами видно, что насколько это чисто и это здоровое приготовление пищи. Что нам здесь интересно? Наверное, из чего сделано? И вот, в общем, рассказ идет о начиная с 1958 года, когда доктор Дональд Стукки, ученый из компании Corning Incorporated, он обнаружил революционный новый вид стекла, который назвали пайроцерам. И применение его, в общем-то, было замечено именно в космической промышленности, когда вот именно нос вот ракеты включал в себя это стекло, потому что это стекло, этот тип стекла может выдерживать экстремальную разницу в температурах, экстремальную буквально. И особенно это важно, когда ракета возвращается и входит вот в земную атмосферу, чтобы, в общем, не разбилось, но это стекло и так далее. То есть с тех пор стали уже думать, делать из него кастрюльки всякие разные. И, как здесь сказано, эта кастрюлька может пойти, ну, конечно, мы не будем это намеренно делать, но она может из морозильника сразу уйти в раскаленную духовку и не разобьется от этого. Здесь сказано, она может быть и в микроволновой печи, но нам это не интересно, потому что мы вчера поговорили уже на тему, что микроволновая печь это не там, где здоровье. Или даже на верх, тоже опять же раскаленной печки. Значит, что еще интересно сейчас я найду? Значит, мы смотрим, что ее можно кастрюльку поставить и в холодильник, и в морозилку. Можно ее, то есть в ней готовить внутри духовки. Ну, опять же, микроволнушку мы отбросили. Вот интересно, то есть печка газовая, пожалуйста, можно эту кастрюльку на газовой, можно на галогеновой, той, которой, собственно, ну, у меня внизу такая есть, наверху нету. Ну или вот на той, которая есть здесь. То есть сказано, что в ней можно подавать еду и что там, дишвоша, и мыть ее в посудомоечной машине. Хорошая кастрюлька, у меня сейчас две их. Маленькая литровая, она имеет вот такой носик.
Я просто его обожаю, 2 дня всего, правда, я ею пользуюсь. Так удобно наливать горячую воду, заливать ее, вот делать чай. Ничего не проливается. Вот в это я вчера приготовила кофе и чай на более долгий срок, потому что, ну, то есть мне его хватит на пару дней. И что я заметила, у этой кастрюли нет носика. И если вот у меня нержавеющая была кастрюля, я спокойно переливала через процеживатель, допустим, в термос или в графины, то вот с этой кастрюлькой это не проходит, я много проливается вот этот вот очень толстый край, и он такой какой-то неровный, в общем, вода проливается, поэтому мне приходится ставить все в поднос. Ну, я использую вот этот же самый поднос, который у меня для сока. То есть я все из него вынимаю, ставлю в него термос и уже лью. И что проливается, оно в него выливается. А потом уже из него я выливаю обратно в банку, потому что вот это неудобство данной кастрюли. И, наверное, единственное, что касается температуры, вот, то есть высокой, она спокойно это перенесла. И, кстати, компания вот именно этой кастрюльки дает гарантию 10 лет. То есть, если в течение 10 лет что-то произойдет с ней, то они заменяют это бесплатно. На эту кастрюльку я взяла на eBay за $11. То есть я искала подешевле, я нашла. Но не в секонд-хенд магазине, а вот нашла на eBay. То есть посмотрите также. Литр, в принципе, мне нормально. То есть он для моей овсянки, для того, чтобы подогреть воду, я даже не полную ее наливаю. Вот чай заварить и там что в клизму вылить, что когда степлить мне нужно. Поэтому мне, в принципе, литра хватает. Они еще продаются полуторалитровые. И, как я заметила, на Amazon эти кастрюли гораздо больше стоят, чем на eBay. То есть, если вам интересно, посмотрите на эти кастрюльки. Ну, на этом вопросы закончились, а также мое общение с вами. Я надеюсь, что кому-то хоть что-то из этого пригодится. Все главное, чтобы это работало на наше выздоровление. И что еще хочется сказать? То есть это большей частью рекомендации тем, кому это по силам. Это совсем не обязательно. Ну, за исключением воды, конечно, потому что воду нам надо очищать. Очень-очень чистую воду, конечно, нужно. Всего вам доброго, выздоравливайте. Желаю вам много здоровья. До свидания.